Опасные трюки за гранью человеческих возможностей. Квадроциклы и мотоциклы. Бои легковых авто с бигфутом. Единственный грузовик в мире, ездящий на задних колесах. Прыжки на высокой скорости в горящие кольца. Прыжки с трамплина. Автофристайл, пиротехнические спецэффекты и огненное шоу. Все это в ближайшие 3 дня можно увидеть вживую в Рязани. Пытаемся реализовать все, что приходит нам в голову, все какие-то детские фантазии. Честно говоря, не могу сказать, что что-то одно вдохновляет. Это может быть на самом деле какая-то безумная игрушка, которая будет на полке детского, в детском магазине. Это может быть, не знаю, кино, в котором ты увидел что-то, что тебя натолкнет на реализацию очередного какого-то невероятного проекта. Это дети очень часто задают какие-то вопросы, на фоне этих вопросов понимают, что ему это интересно, и хотелось бы сделать что-то, чему он будет рад. Это сейчас Роман спокойно рассказывает о своей профессии, а во время шоу он превращается в супергероя. Отточенное годами мастерство и виртуозное владение техникой, а также совершенное бесстрашие гарантирует зрителям уникальное шоу, где каждый трюк заставляет сердца замирать. У каскадеров этого шоу огромный опыт выступлений. Роман, например, уже 10 лет в деле. Автомобили специально переделаны под трюки, большинство самими каскадерами, ведь именно они лучше всего знают, что нужно от железного друга в том или ином трюке. Веном на самом деле создавался по типу «хочу большую машину» или машину, которая будет давить маленькие машины. Для этого, собственно, его и создали. Этот автомобиль играет достаточно яркую роль в нашем шоу. Она, скажем так, безжалостно просто превращает автомобили в груду металлолома. Кстати, в этом легком автомобиле сижу я. Это достаточно очень увлекательный такой яркий, прикольный трюк. В жанре бигфуда у нас также еще есть 2 автомобиля, которые также на больших колесах. Один чуть потяжелее, который действительно машину превращает в смятку. Другой просто красивый, прикольный, катает людей. Звездой программы сами каскадеры называют огромный монстр-трак. Но, возможно, в Рязани это место займет другой автомобиль. В нашем городе он будет выступать впервые. Будет еще новый уникальный трансформер, которого еще никто не видел. Он у нас состоит из Крайслера. Можете прокатиться на наших автомобилях, которые катаются боком на 2 колесах. То есть на боковых колесах мы сажаем людей и катаем по площадке. Как бы такой адреналин прям и в голове все меняется. Четверг, пятница, суббота и воскресенье в 19:00, в субботу дополнительно в 13:00. Шоу для тех, кто соскучился по впечатлениям. Кстати, для детей до 5 лет бесплатно. Не пропустите.